латыни с поля А8 и не получить мат на Б8. Вот Ж6 пойти на всякий случай. Все, мат. Получается так. Вот и не дай бог, как говорится, если ты не пойдешь. Главное, чтобы ход сейчас этот был увиден. Мат. Мат на доске, ладья Б8. Зачем? Зачем? Зачем сделан ход ладья Б8? Какая жесть. Что получилось? А, выиграно абсолютно. Так что это было действительно круто. Ну, затем, конечно же, отдельное спасибо Кейку, да, который нас создавал контент на протяжении всего турнира. Этот конь тоже войдет в историю, ладья Б8. Совершенно фантастические вещи творились в его партиях, и эти партии практически все, и матчи мы не забудем. Ну, отдельный респект я как... Б8 шах и ладья бьет Б8 мат. По последней горизонтали. А, да. в стиле Кирилла. Ладья Б8 мат по последней горизонтали. Ну опять все в стиле Кирилла. Тут ничего не поделать. Мы не можем уйти от гроссмейстера Забродина. Так. Это не про Алексеенко, я попрошу, а то у нас некоторые, наверное, зрители не поймут, да, о чем. Мне кажется, зрители, да, например... Ну, ладья, у нас да, там, смотрите, мы, у нас просто несколько трансляций идет, у нас зрители на Ютубе недоумевают, кто нас собирается увольнять. Да. У нас просто на самом деле с последнего, с апреля, ну, в два раза больше зрителей. Я не знаю бранного слова на букву Д. Они скажут, нет. Подожди, вторую букву скажи. О. Дотер вот этого. Да вот тихо! Это нельзя говорить! Это слово! Фу. Потому что Кирилл сказал, что это оскорбление! Все, сейчас он уйдет из... Понимаешь, история, дорогие история зрители, том... Дорогие зрители, вы это не слышали? Вы это не слышали? Да, не все. Рассказывайте. Не рассказывайте ему. Не рассказывайте ему. Тихо, Паша, это тот, кого нельзя называть. Все, исторический момент. Ну, поздравляем Яна. Да. Ну, сейчас, погоди, сейчас надо сдержать эмоции, потому что такой момент всегда... у меня всегда в такой момент слезы наворачиваются, потому что большой момент, когда большое напряжение, и все. Все, сдается Анишгири. И, мне кажется, здесь можно запускать уже все клипы, да. Трон сломан, как говорится. В общем, ну, что сказать. Браво. Браво, Ян. Ноябрь, Дубай, 2021 год. В общем, собираем чемоданы, да? Магнус Карлсен, Ян Непомнящий. Всем Твичом переезжаем в Дубай. Всем Ютубом переезжаем в Дубай. То есть, едем туда и будем как бы смотреть за этот... У нас, видишь, у нас Дотер в финале. Да, нави-дави, как у нас там, да.